Как вы знаете, Single X многие называли, тогда он так не называл, но называли Лагарта-Гарта. Это смешно, потому что, я думаю, по этому поводу ряд возражений было у Пагани, да? Пагани. У него это куру-куру, неприличное польское слово. Вот, я хочу показать, ну, близко к этой позиции, можно я тебе покажу? То есть, в принципе, мы не будем сейчас начинать со стойки. Что обычно делал Лагарта, да? Чик. Ну нет, ну куда ты так сдался? Чего надо было чуть-чуть, да, это я за другое подожду. Грубо говоря, да, что из себя представляет сингл X, да, это вот положение, из которого уже можно дальше делать различные штуки. То есть можно перевернуть человека с ходу, можно еще в какие-то позиции перейти, можно перейти в X. Да. Я хочу показать, как я работаю из этой позиции, когда оказываюсь, к примеру, состоящим оппонентом надо мной. Я беру за отвороты, беру за штанину, или, либо за ногу. И если у меня даже вот эта нога снаружи, да, я ближе, ну, скажем, к Делариве, я нередко делаю такую штуку. Я вот эту ногу завожу сюда и начинаю человека поддамкрачивать. Чаще всего он садится на это колено, потому что ему, ну, вот эта плотность ему нафиг не нужна в стоячем положении. Вот оказавшись в этом положении, в принципе, ну что отсюда можно? Да, можно в кучу всяких положений полезть, в основном потеряв вот это. Я его предпочитаю не терять. Что я делаю? Я пропускаю руку здесь, передаю ногу вот сюда. Это очень просто. А следующим ходом я просто человека опрокидываю в эту сторону. Штука примитивная, но она у меня срабатывает с подавляющим большинством людей, потому что, может быть, в этот момент ждут чего-то сложного, невероятного и так далее. Поэтому давайте мы начнем вот отсюда. Мы с вами находимся где-то тут. Переводим эту ногу сюда, забираем, поддомкрачиваем, наш второй номер встает на коленку. Даже если вы, кстати, боретесь уже с колен где-нибудь, ты вот на колене, вы то же самое можете сделать. Вот вы здесь находитесь, подцепили, передали позицию сюда. Обратите внимание, коленка здесь, вот эту ногу сильно не затаскивать. Когда у меня начинают сталкивать эту ногу, я нередко вообще хватаю ее вот этой рукой, как при треугольнике. Мне наверху захват сейчас не очень нужен. Я контролирую здесь хорошо. Я не даю раскрыть эту позицию, перевожу обувь сюда, притягиваю человека захватом к себе, вытаскиваю ногу, ставлю ее на коленку. У меня получается свип очень хороший, причем близко я уже оказываюсь к этому положению. Здесь мне, безусловно, не дадут никакого гардпресса, потому что гарда не было. Но я окажусь уже в положении, где я могу человека хорошо атаковать. Поэтому сейчас спокойненько снизу работаем. Давай сразу на одну коленку вставай. Вот вы очутились здесь. Чик. Поддомкратили ногу сюда. Зацепили. Сталкивает. Придержите. Пропустили руку под ногой. Перевели сюда. Завалили человека чуть-чуть сюда. На себя и перевернули. Легкие, 2 балла, усилий почти нет. Давайте попробуем, если что, я подойду все-таки. Раз, два. О!